Сколько нам выделили денег? Из бюджета нам выделили 20 миллиардов рублей. И мы с вами должны распределить, на что будем выделять эти деньги. Выделять? Ну, выделять на ремонт дороги и домов. Да у нас этого никто не делал, и мы не будем. Но вы обещали отремонтировать дороги народу. Обещать – это еще не значит, что нужно это делать. И вообще, из бюджета деньги просили мы, и тратить будем мы. Но это не наши деньги, а деньги нашего народа. А мы с вами чиновники и должны служить во благо народа. Но мы делаем это ради народа. Мы следим за тем, чтобы они не офигевали от хорошей жизни. Отлично сказано. Ну а хули, я же мэр. Но народ будет возмущаться. Будут возмущения. И как же мы их заткнем? Будем делать, что и всегда. Будем пинать по их ушам. Пинать вот этой ногой, прям щечкой. И будем втирать им, что мы делаем свою работу офигенно. Так что на 3 миллиарда постелим дешевый асфальт, а остальное заберем сами. В этих асфальтах через неделю появятся ямы. Вот. А мы скажем, что это специально разработанный асфальт с ямами, чтобы сократить количество ДТП на дорогах. Мне кажется, что народ вряд ли поверит в этот бред. 92-й бензин стоит 46 рублей, и это в той стране, где добывается нефть. И народ поверил в то, что это нормально. Так что будь уверен, мы наебем их как угодно. Черт, вот это у тебя мышление. Ты настоящий чиновник, прям король наебщиков. Ну а что ты думал? Ведь у нас в стране как? Если ты кого-то не наебешь, то и жизнь ты свою хуй проживешь.